Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Сегодня находимся на природе. И сегодня рубрика «Готовим вместе». И сегодня мы будем с вами готовить котлеты на мангале. Итак, друзья, поехали! Так, друзья, для котлет мне сегодня понадобится фарш. Я взял свиной, килограмм фарша, пару луковиц надо будет, пару зубчиков чеснока, кинза, обязательно кинзу. Из приправ у нас соль, перец, приправа армянская и приправа домашняя зелень. Все, друзья, больше ничего не надо. Ну и лаваш я взял, чтобы потом продегустировать наше блюдо, нашу вкуснятину. Все, друзья, начинаем готовить. Для начала берем чашку, берем фарш, высыпаем или выкладываем в чашку весь килограмм. Следующее, берем, моем кинзу, берем, чистим лук, чистим чеснок и встречаемся чуть-чуть позже. В общем, друзья, я все почистил, все помыл, и сейчас будем это все мелко нарезать и отправлять в нашу чашку. Друзья, в общем, мы все добавили. Теперь добавляем соль. Соль по вкусу. Также перец. Приправа домашняя зелень. По приправе сами смотрите. Это на любителя. Кто как хочет, добавляет туда. И сколько хочет. И добавляем приправу армянскую. Все, теперь берем, одеваем перчатки. И все дело это перемешиваем, тщательно перемешиваем и стараемся отбивать. Друзья, фарш готов. Теперь берем наш пучок, который остался еще в зелени, наши кинзы, ложим прямо сюда в чашку, чтобы он дал немного аромата еще. И накрываем. Я накрываю лавашом. Можно накрыть фольгой, но если вы дольше будете, чем полчаса. Если полчаса, то вот так вот оставляем. И переходим к мангалу. Итак, друзья, у нас угли на подходе. Теперь берем фарш, еще раз перемешиваем и делаем котлетки и выкладываем на решетку. У кого есть шампура толстые, и кто это умеет, их нанизывать на шампура, может также сделать на шампура. Я, к сожалению, не кавказец, этого я не умею. Пробовал, не получается.
Да и шампуров у меня нету таких широких. Вот так вот берем, слепливаем, делаем форму котлет, не толстые, не тонкие, и стараться нужно равномерно их делать. И выкладываем на решетку. Сейчас я все подготовлю и уже встретимся у мангала. Так, друзья, подошли угли, уже положили решетку на мангал, и теперь начинаем жарить наши котлеты. А жарим мы на мангале, который вы в видео уже, наверное, видели, который мне прислал подписчик. Еще раз, Евгений, большое тебе спасибо за такой прекрасный мангал. Вот сегодня я его пробую, сегодня испытываю. Так что еще раз большое спасибо тебе, моему подписчику, за такой прекрасный подарок. Ссылки я оставлю еще раз на него в описании. Итак, друзья, котлеты готовы. Посмотрите, какая прелесть получилась. Сейчас будем пробовать, друзья. Сочный, сок аж бежит, прям на лаваш растекается. Самые лучшие котлеты. В сковородке, когда жаришь, уже не то. На мангале совсем другое уже. Просто нет слов, друзья. Одни эмоции только. Прям с удовольствием кушаю или ем. Вот так вот, классно, друзья. Кто еще не пробовал вот так вот приготовить котлеты, советую всем, рекомендую даже всем попробовать вот так вот приготовить котлеты. Ну а так, друзья, надеюсь, вам понравилось это все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Те, кто не подписаны на канал, подписывайтесь обязательно на канал, потому что дальше будет интереснее. Ну а так, что, друзья, самое главное, не болейте. До скорых встреч!